Комодский варан, гигантский индонезийский варан, или дракон, острова Комода, гигантская ящерица, принадлежащая к семейству варанов, а также один из самых эффективных хищников в животном мире. Исконной родиной данного вида считается Австралия. Оттуда эти пресмыкающиеся, около 1 миллиона лет назад, переселились на острова Индонезии, которые на тот момент не были островами, а составляли единый участок суши, вместе с Австралией. Последующее поднятие уровня моря изолировало острова от материка. В настоящее время комодские вараны живут в группе малых зондских островов. Это Комода, Флорис, Ринке, Джилимотанг. Все перечисленные острова либо необитаемы, либо на них нет крупных поселений людей. На Комода проживает около 1700 особей. Около 2000 варанов проживают на острове Флорис. Остров Ринке приютил 1300 особей, и 100 варанов поселились на Джилимотанг. Такая точность говорит о том, насколько малочисленно это удивительное животное. Общая численность комодских варанов – примерно 5000 особей. Но это связано, в первую очередь, с ограниченностью его ареала и только во вторую – с человеческой деятельностью. Они живут в лесах тропической саванны, но широко встречаются на островах – от пляжа до вершин гор. Гигантские вараны предпочитают пустынные местности с сухим и теплым климатом. Но из-за отсутствия потовых желез не переносят жару. Если температура поднимается выше 50 градусов по Цельсию, то варан погибает. Поэтому в самые жаркие часы вараны прячутся в тень. На языке местного населения название рептилия звучит как «ора» и «буя» – «дарат», что переводится как «наземный крокодил». Комодские вараны являются самыми крупными ящерицами в мире. Именно гигантские размеры этой ящерицы побудили людей назвать этот вид драконом. Размеры их впечатляют. Нередко такая ящерка может вырастать более чем 3 метра в длину, а весить свыше 80 килограммов. Самки значительно меньше самцов, их длина 1,5-2 метра. По сравнению с данными десятилетней давности, средние размеры комодских варанов уменьшились на 25%, что связано с дефицитом пищи. Из-за браконьерства резко сократилось поголовье крупных копытных, основной добычи варанов, им пришлось переключиться на более мелкую добычу. И это негативно сказывается на их росте. Будучи самой крупной ящерицей мировой фауны, по размерам дракон заметно уступает другим хищникам, таким как лев, тигр, крокодил и медведь. Но это не делает его менее страшным хищником. Внешность у самой крупной ящерицы планеты очень интересная. Голова, как у ящерицы, хвост и лапы, как у аллигатора, морда очень напоминает сказочного дракона. И хоть комодский дракон имеет всего одну голову и не завергает снопы пламени из ноздрей, что-то завораживающе страшное во внешности этой рептилии, несомненно, присутствует. Шкура взрослых ящериц темно-бурая, почти каменного цвета, обычно с вкраплениями мелких желтоватых пятен. Молодняк отличает более яркий окрас с пятнами и полосами желтоватых или красновато-оранжевых оттенков. В коже находится крошечное костное образование, напоминающее собой защитную кольчугу. В пасти дракона насчитывается 60 зубов с острыми режущими краями. Они достигают в длину 2,5 сантиметра. Выпавшие зубы у варанов вырастают вновь. Лишь в очень поздней старости зубы варана теряют способность обновляться. Пирчато-режущие края зубов идеальны для разрывания мяса добычи на куски. В действительности, из всех современных животных, именно зубы дракона лучше всего подходят для разрезания плоти. Варан способен убить животное более чем в 10-15 раз, превышающее себя по весу, подрезав ему сухожилия на ногах, после чего перекусив шею или нижнюю часть живота. Пирчатые края присутствуют на обоих сторонах зуба, и они мельче, чем у белой акулы, а значит, лучше режут, в то время как сами зубы варана по краям тонкие, как лезвие ножа. Челюстные мышцы варан использует только для того, чтобы прикрепить челюсть к добыче. Затем он просто надавливает на жертву головой и тянет ее на себя, работая челюстями и шеей, как консервным ножом. При этом пойманное животное, сопротивляясь, еще и само себя режет от зуба хищника. Мышцы челюстей и горла варана позволяют ему проглатывать огромные куски мяса с поразительной быстротой. Не очень большую добычу, меньше козы, варан может проглотить целиком. С мелкими животными дракон даже не церемонится, а просто проталкивает их к себе в глотку, так же как целые головы и крупные кости больших животных. Нижняя челюсть открывается необычайно широко. Желудок расширяется легко, что позволяет взрослым особям потреблять до 80% от собственного веса за один прием пищи. В одном случае 42-килограммовая самка варана полностью съела 30-килограммового кабана всего лишь за 17 минут.
За минуту комодский варан обычно съедает в 27 раз больше мяса, чем сопоставимый ему по размерам леопард, и почти столько же, сколько очень крупный тигр. Во многом такая прожорливость обуславливается тем, что комодский варан не умеет жевать. Он не измельчает пищу перед проглатыванием, а просто вырывает куски плоти и глотает их целиком. Крупные плотоядные млекопитающие, такие как львы, как правило, оставляют от уши не съеденным, а 25 до 30%. Содержимое кишечника, содранный скелет и копыта. Комодские вараны едят гораздо эффективнее, оставляя от добычи лишь около 12%. Они едят кости, копыта и даже шкуру. Они также едят кишечник, но только после того, как его разорвут, чтобы выпотрошить содержимое. Зубы варана почти полностью закрыты дёснами, и при питании эта ткань рвётся. Поэтому слюна часто имеет кровянистый цвет. Такая особенность создает идеальную среду для бактерий, живущих в пасти. Если жертва каким-то образом избежит своей смерти при первой встрече, есть вероятность того, что ее побег будет недолгим. Инфекция, которую передаст укус дракона, убьет жертву менее чем за неделю. Кроме бактерий в слюне, у комодских варанов есть ядовитые железы в их нижней челюсти. Кроме нанесения вреда бактериями, присутствующими в их слюне, их яд не позволяет крови свертываться. Под воздействием яда понижается кровяное давление жертвы, кровь теряет способность к свертыванию, мышцы парализуются, температура тела резко понижается, что приводит к слабости и беспомощности. Если же животное сразу не погибнет, то спустя некоторое время смерть наступит от патогенных микроорганизмов, обитающих в слюне варанов. Сам владелец бактериологического оружия нисколько не страдает от такой вопиющей антисанитарии в своей пасти. Но при укусе бактерии попадают в рану жертвы и вызывают заражение крови. Комодские драконы едят почти любой вид мяса. Они роются в протухших тушах и охотятся на животных, размером от мелких грызунов до крупных буйволов. Молодняк в основном питается мелкими ящерицами, гекконами и насекомыми. Комодский варан является уникальным хищником, являясь единственным немлекопитающим суперхищником суши и каннибалом. Этот суперхищник находится на вершине пищевой цепи. Они пожирают всех, начиная с крупных насекомых и заканчивая лошадьми, буйволами и другими варанами. У этих ящериц распространен внутривидовой каннибализм. Особенно сильно это проявляется в голодные годы. Взрослые особи часто съедают более мелких сородичей. Глаза варанов могут видеть объекты очень далеко, но запах является его основным пищевым детектором. Варан осязает так же, как это делает змея. Он использует свой длинный желтый раздвоенный язык для пробы воздуха. Химический анализатор запаха распознает молекулы, присутствующие в воздухе. Если на левой стороне кончика языка концентрации выше, чем справа, комодский варан знает, что добыча приближается слева. Эта система, наряду с раскачивающейся походкой, когда голова качается из стороны в сторону, помогает варану осязать наличие и направление душистой падали на расстояние до 4 километров, когда есть ветер. Во время охоты комодский варан находится вблизи троп, где он ждет оленя или кабана, проходящего мимо. Затем он нападает на добычу. Большинство попыток оказываются безуспешными, в результате чего животное ускользает. Тем не менее, если варан удастся укусить добычу, токсичные бактерии и яд в слюне убьют добычу в ближайшие несколько дней. После того, как жертва умирает, хищник находит ее мертвое тело, используя свое мощное обоняние. Как правило, после убийства многие комодские вараны прибегают на пир, и очень мало что остается от уши убитого животного. Укус варана не смертелен для другого варана. Считается, что вараны, раненые своими товарищами в бою, не подвержены влиянию смертельных бактерий и яду. Вараны – дневные животные. В самое жаркое время суток они прячутся в тени, а во второй половине дня выходят на охоту. Комодские драконы – отличные пловцы. Они могут спокойно переплывать небольшие речки, заливы или преодолевать расстояние до соседних близлежащих островов. Правда, здесь есть одно «но». Они не могут продержаться в воде более 15 минут. И если они не успеют добраться до суши, то тонут. Возможно, именно этот фактор повлиял на естественные границы обитания этих животных. Когда штормом выбрасывается на берег рыба и крабы, они уже снуют туда-сюда по берегу, чтобы первыми съесть дары моря. Вараны быстро бегают, на коротких дистанциях его скорость может достигать 20 км в час. Так быстро даже аллигаторы не передвигаются. Но движение варанов не похоже на движение юких, настоящих ящериц. При ходьбе они сильно изгибают позвоночник и этим напоминают крокодилов, хотя и не родственны им.
Систематически, вараны ближе, чем другие ящерицы, стоят к змеям. В случаях необходимости, они могут вставать на задние лапы, используя свой мощный хвост в качестве опоры. В отличие от настоящих ящериц, варан не может отбрасывать хвост в случае опасности, зато может им хлестать из стороны в сторону. Вараны могут использовать хвост и как орудие, нанося им сильные удары, словно кнутом. Живут вараны поодиночке, характер у них неуживчивый. Комодские вараны более спокойно относятся к сородичам равного размера, иногда они могут совместно трапезничать у крупной добычи. У зрелых, сильных комодских варанов врагов в дикой природе почти нет. Только с крокодилами вараны считаются древними врагами. Но иногда буйволы и кабаны, самообороняясь, травмируют хищников. Угрозой для варана может быть более крупный сородич, человек или гребнистый крокодил. Комодский варан пересекается в природе с самим гребнистым крокодилом. Варан время от времени разоряет гнезда крокодилов. В то же время комодский варан определенно беспомощен против достаточно крупного гребнистого крокодила в воде. А держаться от опасных мест подальше они не очень хорошо умеют. Сейчас гребнистые крокодилы истреблены людьми на Комодо и чрезвычайно редки на острове Флорес. Маленькими варанами с удовольствием питаются хищные птицы и крупные змеи, и сами вараны не прочь пообедать более мелким сородичем. Полвозрелыми вараны становятся только на 10-м году жизни. Период размножения у варанов наступает с мая по август во время сухого сезона. Количество самцов в природе в 4 раза превышает количество самок, поэтому в это время происходят ритуальные бои за самок. При этом вараны встают на задние лапы и, обхватив передними конечностями соперника, стараются повалить его. В таких боях побеждают обычно взрослые, матерые особи, молодняк и очень старые самцы отступают. Самец-победитель прижимает соперника к земле и некоторое время царапает его когтями, после чего проигравший удаляется. Во время спаривания самец подергивает головой, трется нижней челюстью об шею самки и царапает спину и хвост самки когтями. После спаривания, через 6-7 месяцев, самка отправляется на поиски мест для кладки яиц. Чаще всего ими становятся гнезда диких кур, большие компостные кучи или высокие кучи опавшей листвы. Она выкапывает там глубокую норку и откладывает около 20 яиц весом по 200 грамм каждое. Самка охраняет свое гнездо в течение 8-8,5 месяцев, пока на свет не вылупятся маленькие дракончики. Маленькие дракончики рождаются в апреле-мае и могут в длину достигать 28 сантиметров. С мамой они не живут. Сразу после появления у них срабатывает инстинкт самосохранения. И пока их не съели, они взбираются на соседние деревья, чтобы быть подальше от опасных сородичей. Взрослые и тяжелые особи не слишком любят карабкаться по деревьям, у них это и не очень получается. А вот молодые дракончики, не отягощенные большим весом, лазают по деревьям очень неплохо. И даже очень любят проводить время на изогнутых стволах и ветках. Смертность среди молодняка очень высокая. Те, кто выжил и не попал в цепкие лапы ястребов и кишащих на дереве змей, начинают самостоятельно искать на земле пищу через 2 года, как подрастут и окрепнут. Ночь взрослые вараны проводят в убежищах, в качестве которых для них служат норы длиной от 1 до 5 метров. Норы они вырывают самостоятельно, пользуясь мощными лапами и заостренными когтями. Молодые рептилии ночуют в дуплах деревьев. Интересно, что комодские вараны способны размножаться партеногенетически, то есть без участия самцов. Организм этих ящериц так устроен, что и при неполовом способе размножения яйца будут жизнеспособны, и из них вылупятся нормальные детеныши. Только они будут все мужского пола. Так природа побеспокоилась о том случае, когда вараны оказываются на изолированных друг от друга островах, где в одной самке может не оказаться сородичей. Такой способ размножения комодских варанов наблюдался в Честерском и Лондонском зоопарках Англии. В дикой природе комодский варан живет около 50 лет, причем самки живут вдвое меньше. А в условиях неволи еще ни один варан не прожил более чем 25 лет. Гигантские вараны представляют опасность для человека. Будучи крупным наземным хищником, комодский варан способен напасть на человека точно так же, как и на любое животное. Укус дракона гораздо слабее, чем у крокодила, но их добыча в скором времени умирает из-за кровопотери, вызванной ядом, который препятствует свертыванию крови. Известны случаи, когда гигантские вараны откапывали трупы людей на кладбищах и поедали их. Но, к счастью, он не зарекомендовал себя как известный людоед.
Сейчас Комодские вараны являются популярной туристической достопримечательностью. И на острова с этими чудовищами часто возят туристов. Комодские вараны были впервые замечены европейцами в 1910 году. В 1926 году комодские вараны оказались движущим фактором для первой экспедиции на остров Комодо с целью добычи варанов для изучения их поведения в неволе. После возвращения эта экспедиция послужила источником вдохновения художественного фильма «Кинг-Конг» 1933 года, в котором впервые появился один из самых популярных персонажей 20 века. В 2005 году был снят фильм «Комодо против кобры», в котором в результате экспериментов появились вараны таких размеров, что они охотились на вертолеты. Комодский варан находится под угрозой исчезновения из-за заселения его территории людьми и истребления привычной для варанов добычи. В настоящее время этих животных запрещено убивать. Любая охота на этих ящеров запрещена законом. А отлов может производиться только для зоопарков по специальному разрешению Комитета по охране природы при правительстве Индонезии. В 1980 году для защиты вида от вымирания был организован национальный парк Комодо, в который теперь регулярно организуются экскурсионные и приключенческие туры. Большинство показываемых туристам варанов кажутся ленивыми, теряющими интерес к человеку после тычка в морду палкой. Но несмотря на это, туристы, как правило, предупреждаются о потенциальной опасности. Все группы туристов обычно сопровождаются вооруженными егерями. Нападение комодских варанов на людей происходит нечасто, однако некоторые случаи попадали в выпуски новостей. Укусы комодских варанов крайне опасны, даже сравнительно небольшой варан легко способен вызвать масштабную кровопотерю с вытекающим из нее болевым шоком. А количество летальных исходов из-за несвоевременной первой врачебной помощи достигает 99%.